В этом году мы организовали отдых детей в летних оздоровительных лагерях при общеобразовательных учреждениях. За это время отдохнуло 1210 детей. Из них около 200 – это категория семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально незащищенных. И вот и среди этих 200 детей еще была категория детей, которые отдыхали вообще бесплатно в лагерях при школах. Отдых детский был организован по отзывам родителей очень хорошо. Питание было очень насыщенным, полноценным. Повара получали благодарности. Много было экскурсионных мероприятий и познавательных для ребят. Ну, нельзя поставить точку на летнем отдыхе. Летний отдых продолжается. У нас 141 ребенок в этом году отдохнет на берегу Черного моря в городе Евпатория. Также у нас дети, сейчас 44 ребенка находятся в подмосковном парке «Патриот». И в августе поедут еще 18 девочек, где проходит смена для военных медсестер.